Я, знаете, я вот в этом отношении, наверное, с этим категорически не согласен. Я вспоминаю своих клиентов, у меня, наверное, 96% моих клиентов – это люди, которые, то, что называется, там, сделал себя сам. Да, то есть не тот, кто в нужное время там, родился в нужной семье или там, хапнул что-то в период там, приватизации или там, чего-то такого еще. Это люди, которые где-то случайно, где-то за счет там, своей работы, где-то за счет там, комбинации каких-то проявлений, да, то есть вышли, то есть вот заработали деньги честно. Поэтому я считаю, что ну, вот, там, все-таки, там, то, что есть какое-то количество людей, которые, я бы не назвал бы это воровством, а воспользовались внешними обстоятельствами, в стране, безусловно, есть. Но мне так кажется, что эти люди есть в любой стране. Поэтому здесь, мне кажется, мы не хуже, не лучше, примерно такие же, как и в других странах.